Ты чё? А вон замок. Это что здесь? Две башни отсюда видно. Вот эту и эту. Там, видимо, уже дальше. Привет. Охота. Охота начинается. Супер редис. Опа, у нее даже оружие можно фоткать. Сначала сюда схожу. А, это первое испытание слабое. Мы до третьего прошли. Мы такого уже... Упс, я хотел выпендриться. Опять непонятная фигня. Стрелы кончились.
все же я выброшу походный лук. Чего тебе? Да тут, тут я. Он похож на того принца. Привет. Из Twilight Princess HD. Правда ведь? Мне очень нужно поговорить с тобой. Отлично. В лоб мне ее не засадил на орехами. Али от меня, пес.
Отлично. Да я уже убежал, как далеко хватит мне стрелять. На хамелеона похож был. Отлично. А, у меня же стрел нормально появился. Отлично. О, что-то полезное. А это такая же редкая порода или какая-то особенная редкая? Такая же. Топаз, рубин. 500 рупий. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чё-то много тут камней все. Обзоры тут не плавали. Давай, Линк. Отлично, а я вот не заметил. Шутеечка, привет. Ничего в этом страшного нет. Же. Ну, то есть... сказать, не оборудованием же определяется, насколько интересно смотреть, правильно? Ла-ла-ла-ла. О-о-о. Наверное, это должно было быть обидно, но мне не обидно.
Неспроста зажгу-ка я эту жаровню. Эй. Дрова там есть, может, слишком далеко положил. Не катись. Ну ладно, не выглядит. Это мне что-то дало. Дорога вообще непонятная. Нигде не встретил, только воспоминания. Воспоминания. Опача, влетело. Надеюсь, автосейф недалеко был. Да, отлично. Ну, здесь я в безопасности. Так. О. Можно искать сундуки. Магнит на этот сундук не действует случайно? Не действует. Ладно, фиксим. Сжечь? Так, можно? Но чтобы сжечь, мне нужно, например, жезл огня. О! Лола, я не знал, что так можно. Изика, походу. Надеюсь, сундук не сгорит. Ну, попадается, бывает.
50 рупий. Стрелы кончились. Далеко слишком. О. Два. Так, аккуратно надо. Мукмору не юзал. Да что-то это как-то, не знаю, чит-чит какой-то. Давай кинем. Я не обнаружил никакого крафта пока что. Так, ладно. Надул. Что-то мне больно много луков стало. Так. И эта штука не фейковая. Понятно. Ну, 10 стрел, огонь.
Надо было мед сфоткать сначала. Супер редис. Чё, мы пришли во владение уже? Блин, да тут еще топать и топать. Капец. Они в воде стоят, значит, можно током их долбануть. Кажется. Или нет? Или все же да? О, лол. Меня веткой забил на спину. Или что это такое? Упс. Были суровые и стали мертвы. Так, видимо, нужно деревянное оружие. Вот. Вот так вот. Жизнь суровая штука. Достал железное оружие, а током убил и все. Не. Да, это было забавно.
У тебя язык еще длинный. Да блин. Один тут только суровый, остальные лохи. Сейчас я в него бомбу кину. Это вот я его огрел, называется незаметный удар. Отлично. А, Макумору, кстати, нас стоит рассказать. Прикол один. Так, сейчас. Короче, вот в японском ешопе вообще сложно что-то купить. Чтобы там купить, нужна или специальная какая-то карта, которую Япония, типа, умеет. Либо нужно покупать карту подарочную на йены. Это вообще не тривиально. Я там разные пробовал. Подарочные карты... Ох. Подарочные карты от... Америкосов, они не работают. Они работают только в США. Все сложно, короче. То есть я мог бы им кинуть железное оружие, их бы током убил. Так получается. Двуручное оружие все пробивает нормально. Ливень тут реально жуткий. Берег желаний. Отлично. Но я пока не убедился, не поверишь, правильно? Я еще поверил,
Ну, то есть я убедился, во-первых, это не просто ошибку писала. Во-вторых, я пробовал японский аккаунт поменять страну на Америку, закинуть туда гифт-карту, а потом поменять обратно на Японию. Но так нельзя делать. Нельзя сменить. Нельзя сменить страну, если у тебя на счету есть деньги. То есть я по факту создал себе еще один американский аккаунт. Вот. Ох. Да и... интересно. А если вот прямо из рублей в иены переводить, то в Японии дешевле покупать, чем в России. Вали от меня. Спасибо, что сказал. Меня сейчас убьют. Спасибо, что подбодрил. Ну да, но на Play Asia они... они, короче, дороже, чем должны были бы по себестоимости быть. Ну, то есть там же не Nintendo, а перекупщики, видимо, продают. То есть ты хочешь купить на 1000 йен, а она стоит 12 баксов. А это несколько дороже. Могло было бы быть. Вот опас. И мне кажется, если покупать там карты, так, осторожно. Ух. Да. Ну, короче, это... если бы... прямо в eShop... блин, что я хотел сказать? Я не могу концентрироваться, нормально говорить и играть одновременно.
Так. Всегда идет дождь, интересно. Или после определенных квестов он перестанет. Не пойму. И чё, и рыбу можно фоткать? Лол. Ну, я, в общем, подумал, может, и не стоит эти мучения того, чтобы купить чуточку раньше игру. Спасибо за поддержку. Теперь плыви дальше. Сейчас лодку бы мне привез. Летающую. Я тут сокуру срубил, что ли? Ну, если они выдумают зачем-то какую-нибудь игру не выпускать на японском, ну, в смысле, только на японском рынке ее выпустить, и она будет с переводом, и мне ее очень хочется будет, то, наверное, я уже заморочусь. Ё-моё, кусты вонючие. Этот камень на меня скатится? Нет? Да, нет, нет, да, нет. Нет. Линк слабый. Окей, у нас есть
Другая руна. Так, секунду. Я хочу, не хочу это оружие ломать. Да. Тут. Эка, тут что у нас? Ладно. Эй, где лут? Буйный, что ли? Иди сюда. Стоять! Убежала.
Так, что у нас интересного есть? Yes. Зато жирит этой лягушки живучей. Не удалось поймать. Давай, прыгай. Огонь стрел с этих чмырей мы собираем. Вот клеймор ему сейчас, наверное, разобьем снова раз, да. Отлично. Так. Дальше у нас что-то лежит. Лотос. Так, ну, видимо,
Тут пока все. Отлично, набежал. Янтарь под камнем. Так. Тут что? Взял камень. Лежи. Блин, я думал, тут два шага до этого владения Зора, а они вообще далеко. Вы еще мост не сломайте. Как он меня увидел наверху? Через мост. Мост же непрозрачный. А вот это, по-моему, для куста надо. Так, а тут что у нас? Сокровище? Пырть. Лотос. Редис. Нифига себе. Ничего себе.
Вон то светит. Давайте его пометим. Эй, фея, стой! Эх. Можно было накосить тут фей. Эй, выходите. До первого живого существа идем дальше. Все, идем дальше. Куда эта дорога ведет? Да? То есть это шестая, мы видели, по-моему, первую еще. То есть четыре есть. Не по волшебник еще не. Видимо, грозовой. Отлично. Давайте выложим еще эту грузовую фигню. А чё, я сломал свою шляпу.
Зеврокопье это лучше, чем у меня есть, наверное. Так, мог дубину убираем. Упс, не то. Потому что нам она для квеста еще нужна. Угу. Король имба, короче. Почти пришли. Но если, конечно, буду отвлекаться на все подряд, как я сейчас делаю, мы можем долго туда набираться. О, Емка. Сейчас мы насадим этого спящего моря моблина. Не хочешь ли ты его проткнуть? А греть не работает. Лежачих не бьют, да? Ну что вот мне взять, блин? А вот этот камень.
Работал на этот раз. С любого ракурса, видимо. Гера, левший, Лера. Геров, одолевший Левр, наверное, автор Дельфан. Дующий, метавший на пике молний, наводил ужас на простых жителей. Какое-то озеро. То-то. Что там? Почему так далеко? Капец. Мы пришли. Мост стал спереди и все. У них точно тут святилище, что телепортироваться можно было, как во всех деревнях. Вон оно впереди. Видимо, это не в той части, в которую я играл, все было. Может, в Винду Волкера. Абсолютно точно здесь. Отсылок должно быть куча. Магаз. Ой.
Вообще, возможно, это отсылка как раз Twilight Princess. Там был Мало Март. Это Мара Март. Сердце Левра — дорогая штука. Левр все же непростой моб оказался. Ну вот, рубин 210. Алмаз 500. Огонь вообще. Нафоткали все.
след за шаром. Ну, сундук наверху. Ага, понятно, как тебя столкнуть. Не. Так, давайте сундук попробуем открыть. Там что-нибудь с шаром сделаем. Вот он не скатится, если его... Отлично. И самое тривиальное было.
А тут что? Гостиница. Тест я еще раз делаю. Типа водяная, видимо, больше хп добавляет. Так, что-нибудь еще тут? Не похоже. Пойдем поговорим, пойдем. Где тронный зал? А, наверху, наверное. Мы только там не были. Старик, походу. Yeah.
Опа. Опа, опа. Типа, если свадьба, то вот один из Зора умеет. Большая оказалась. Это... Так, а тут у нас что? Я думал, они маленькие, а тут он сколько всего бегать еще можно. База. Вот тут можно хп апать. Фига, он толстый. Акула.
Механический кит. Вот здесь шлем должен быть. Оп, накрыло. Прямо как тогда. Когда мы только познакомились, помнишь? Ты был еще совсем ребенок. Всегда весь в ссадинах и ушибах. А я тебя лечила. Вот точно как сейчас. А мальчик? Ты айлиец. И вырос очень быстро. Выглядишь даже взрослее, чем я. Мне всегда нравилось заботиться о тебе. Лечить тебя.
Этот ужасный Ганнон, который должен прийти. Я не знаю, кто он и какой бой нас ждет впереди. Но какой бы страшной ни была грядущая битва, если вдруг в бою тебя ранит враг, я излечу тебя. Любые раны. В любой момент. Я так хочу защитить тебя. Когда битва с Ганноном закончится, я хочу, чтобы ты, как в детстве, снова... Чтобы ты снова пришел ко мне. Это, ну, короче, однажды, о чем вся игра вообще? Однажды Линк, Зельда готовились к битве. А, ладно, сейчас. Ну, еще один левр. Короче, сотню лет назад Линк, Зельда и 4 героя хотели предотвратить нападение Ганнона. И, собственно, создали, ну вот копали боевые машины. И эти 4 героев ими управляли. Вот один из этих героев — это вот эта девочка. Вот, и, видимо, с Линком они были влюблены. Вроде того. Ладно, ребята, пока что все. Очень хочется есть. Столько поем, может быть, вернусь. Как пойдет. Завтра мы продолжим, это точно. Сегодня не факт, но посмотрим.
Так что давайте на всякий случай. Пока. Пока.